Всем привет! Меня зовут Александр Заботкин. Вы можете меня знать по урокам мини-курса «Теория монтажа». Надеюсь, вы уже успели изучить его. У людей, желающих начать заниматься монтажом на серьезном уровне, часто возникают вопросы, где почерпнуть теоретические знаний. И мы постарались дать вам основу, от которой уже можно отталкиваться. Но для того, чтобы стать хорошим монтажером, только теории, конечно же, недостаточно. Нужна практика и навыки работы в монтажном софте. Поэтому мы решили выпустить продвинутый курс по монтажу в программе Premiere Pro под названием Super Premiere Pro 2. Этот курс познакомит вас с профессиональными техниками монтажа в Premiere Pro и подготовит вас к работе в кино и на телевидении. В курсе Super Premiere Pro мы продолжим изучать теорию монтажа, но затронем уже более такие интересные и продвинутые темы, как, например, эмоционально кривая сцены. Прием, липкое внимание, внутрикадровый монтаж, бинарная сцена, факторы, влияющие на длину плана, параллельный перекрестный монтаж, флешбеки, флешфорварды, баланс кадров, расстановка акцентов, а также монтаж по крупности, взгляду, движения, фазе и так далее. Но все же большая часть этого курса будет посвящена практике и монтажу в программе Premiere Pro. Вы будете собирать настоящие киношные сцены, сцены погони, сцены с детективом и другие. Также вы будете собирать отрывок из настоящего музыкального клипа, а если захотите, можете собрать его целиком. В этом курсе вы узнаете про правильную организацию проекта, продвинутые техники монтажа, монтаж диалогов, мультикамерный монтаж, работу со звуком в Premiere Pro и еще много чего другого. Помимо всего этого, в курсе вас ждут домашние задания, которые буду проверять я и давать вам обратную связь. Если вы успешно сдадите все домашние задания, то получите сертификат об успешном прохождении курса Super Premiere Pro 2. Чтобы узнать больше информации, переходите по ссылке в описании.